Приглашаются Махмудов Роман, Брянская область, Пенин Иван, Воронежская область. К красному углу ринга Махмудов Роман, Брянская область. В синем углу ринга Пенин Иван, Воронежская область. В красном углу ринга в продолжении боя готовится Махмудов Роман, Брянская область. Роман занимается боксом 1,5 года, имеет первый спортивный разряд. Лучший спортивный результат боксера – победитель Пермской области. Роман провел 15 боев, в 11 из них одержал победу. Тренируется под руководством тренера Комарова. Внимание представителям команд. По окончании программы просьба собраться у стола главного судьи. Написано, что написано стало.
хорошо. Ринга. К продолжению боя готовится Бигин Иван, город Воронеж. Стаж занятий боксом Ивана составляет 4 года. Иван имеет первый спортивный разряд. Лучший спортивный результат боксера – международный турнир в городе Пицунда 2019 года. И победитель области в городе Воронеж 2012 года. Иван провел 60 боев. 47 из них одержал победу. Провел также 15 международных встреч. В 10 победил. Тренируется под руководством тренеров Дмитриенко и Баранова. Готовится 25-й паре боксеров. Прыжко Максим, Белгородская область. Топоров Илья, Белгородская область. Судьи 25-й пары. Рефери Данилюк. Боковые судьи Савушкин, Павлов, Сорокин, Филимонов, Колесников. В этом бою победу одержал Бигин Иван, Воронежская область. Я тоже не яться не стану, это корректор. Я же тебя просто снимаю, пишу быстро. Понятно. Ну ладно, давай. А...